Руководитель муниципалитета провел очередной выездной прием жителей округа. На этот раз Дмитрий Волков встретился с нахабинцами, которых волнуют самые разные вопросы жизни микрорайона. В частности, плачевное состояние водозаборного узла на улице Панфилова, из-за чего вода в поселке ржавая. Проект реконструкции ВЗУ номер один был готов еще в 2017 году, но не принят госэкспертизой. Обещанные корректировки жители тоже пока не дождались. Требуется немалое финансирование. Отдельно прошу зафиксировать поручение, чтобы мы изыскали средства на сам проект, либо его корректировку. Здесь и местный бюджет потянет, а дальше будем выходить с инициативы. Я с промышленным Евгением Никимовичем переговорил, чтобы нам в дальнейшем включить в программу «Чистая вода», либо есть в программе «Чистая Волга» уже на сами строительно-монтажные работы в части установки станции. Обратилась к руководителю муниципалитета и Валентина Махначева, председатель совета дома номер 8 на улице Королева в микрорайоне Красногорский. Проблема далеко не личная. Из-за существующей схемы движения маршрута 8К страдают многие соседи. Вопрос пообещали вынести на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. Мы просим эту проблему решить путем открытия второго выезда из ЖК. У нас нет как таковой сети пешеходных переходов. И, соответственно, жилая зона для нас очень важна. Мы понимаем и в третью очередь, что им необходим выезд. И, соответственно, хотим, чтобы у людей тоже была возможность пользоваться автотранспортом. Чтобы мы могли пользоваться жилой зоной, они могли через дополнительный выезд, соответственно, получить автобусный маршрут рядом со своими домами. А вот пенсионерка из Нахабино посетовала на неаккуратность работников сферы благоустройства. Дескать, во время покоса травы они нередко срубают совсем еще молодые деревья. Дмитрий Волков пообещал, озеленение пострадавших участков произведут, как только позволит сезонность. Я единственное вас приглашу, весной придете, будем высаживать деревья с вами. Обязательно. Ну, Анна Павловна очень активная. Да? Анна Павловна, с нас полевая кухня. Вот она. Хорошая. С нас полевая кухня, когда будем деревья высаживать. Я договорились? Ладно? С удовольствием. На приеме также прозвучали вопросы о внесении изменений в проект организации дорожного движения в Нефедьево, обращении с твердыми коммунальными отходами и ряд претензий в адрес управляющих компаний. По итогам встречи с жителями Дмитрий Волков поручил начальнику территориального отдела, а также профильным заместителям и подразделениям администрации проработать каждое обращение.